Телезрители. Здравствуйте, друзья! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». У руля событий Оскар Николаев и Ульяна Листанова. А вот что подготовили наши корреспонденты. Сегодня в выпуске. Кто стал победителем в конкурсе «Созвездие талантов»? Как начнешь лето, так его и проведешь. Что такое арт-крул тай дети? И куда летит Акбузат? Все это и намного больше в «Горе новостей». Так что смотри и не переключайся. Первая неделя лета такая насыщенная событиями. И это точно, и это прекрасно. Новостей просто гора. В Стерлитамаке прошел региональный этап Всероссийской олимпиады «Олимпийская команда». По результатам соревнований определены победители и призеры общекомандного зачета. Первое место – горы Стерлитамак, второе место – Хайбулинский район, третье место – Буздякский район. Победители регионального этапа представят Республику Башкортостан на всероссийском этапе, который состоится в период с 1 по 22 сентября 2024 года на базе Международного детского центра «Артек», Республика Крым, город Ялта. Как классно, даже немного завидую. А вот что тоже было классно и весело. Как лето встретишь, так его и проведешь. Именно поэтому детско-юношеский телеканал «Тамыр» устроил для всех грандиозный праздник. В «Арт-квадрате» проходит большой фестиваль родного языка. Я говорю на башкирском. Это первый фестиваль, посвященный современной музыке и молодым независимым исполнителям. Гостей ждали не только спектакли и выступления артистов, но и поэтические батлы, национальные игры и анимация. А также детско-юношеский телеканал «Тамыр» проводит масштабный концерт. Как тебе такой праздник? Ну, мне очень нравится, это очень прикольная идея. Ну, такой праздник классно для детей сделали. Как тебе идея отмечать первый день лета? Ну, очень хорошая, как праздник такой, это для детей. Что ты будешь делать на каникулах? Играть в футбол и лежать в деревне. На территории работают несколько зон. Зона музыкальных выступлений и игр на башкирском. Игровая зона с национальными аниматами для самых маленьких. Зона мастер-классов. Все точки объединены единой тематикой, где организаторы вместе с посетителем пробуют изучить башкирский язык через различные практики. Как тебе сегодняшнее мероприятие? Очень хорошее. Я сюда пришла со своим братом и сестрой. Впрочем, очень прикольно, не скучно. Как нужно правильно веселиться? Ну, часто гулять с друзьями. И вообще веселиться по полной. На главной точке выступают ансамбли и дети с различными песнями и танцами. Многие ребята получили грамоты, подарки и щедрые пожелания за их выступление. Также было много игр, за которые тоже можно было получить подарки. Это мероприятие очень полезно и занимательно, ведь ребята смогли лучше узнать родной язык и весело провести время. Громко и весело, с музыкой и подарками. Таким будет наше лето, судя по всему. Так давайте же каждый день каникул будет таким же по концентрации хорошего настроения. Айлина Султанова, Эдуард Гайнамов, специально для «Горы новостей». Айлина, спасибо. А мы продолжим наше информационное восхождение. В межвузовском кампусе Евразийского НОЦ подвели итоги конференции «Юные техники и изобретатели». Конференция прошла по номинации «Медицина», «Умный мир», «Промышленные технологии и инженерные решения», «Транспортные технологии будущего», «ИТ» и «Виртуальные технологии», «Волонтерские и социальные проекты», «Экология и охрана окружающей среды», «Я люблю свою родину», «Наставник года». Поздравляем всех участников, победителей и призеров, педагогов, наставников с успешным выступлением на конференции. А прямо сейчас посмотрим еще один сюжет про важное республиканское мероприятие, где снова были замечены наши ведущие. Добро пожаловать на Art Krultai. Этот форум-площадка по воплощению гениальных идей. В главном концертном зале Башкортостана проходит 4-й культурный форум «Арт Крултай Дети», приуроченный к Международному дню защиты детей. Участие в нем приняли более 500 самых талантливых и одаренных ребят Башкортостана, победителей и призеров конкурсов различных уровней, учащихся детских, музыкальных, хореографических и художественных школ, колледжей, ну и так далее. Меня зовут Мельникова Анастасия, я родом из города Уфы, приехала из ДМШ-13.
Меня на эту викторину позвала директриса нашей школы вместе с моей подругой, такой же ученицей. Выбрали именно нас, так как мы больше всех старались в нашей музыкальной школе. И нас отправили отстаивать ее честь. Я презентую проект Art Quiz. Я буду участвовать в этой викторине, отстаивая честь своей школы. Тут много всего интересного, то, что приобщено к культуре. На пленарном заседании работают мои коллеги Реваль и Назгуль вместе с министром культуры Аминой Ивниевной Шафиковой и председателем фонда «Территория женского счастья» Карине Владимировной Хабировой обсуждают важные вопросы для подростков. И я тоже в этот день пообщался с крутыми ребятами. На пленарном заседании талантливые ребята презентуют свои проекты. Все они посвящены году семьи. Оказаться здесь – это большая честь. Быть в числе этих ребят – большое достижение. Все они проявили себя в сфере культуры. Вот и состоялся диалог поколений. А к чему он привел, покажет время. Ведь все придуманные идеи станут рабочими проектами. На все про все год. Оскар Николаев, Рамшан Артыков. Специально для Горы новостей. А мы продолжим делиться новостями. Тем более, что их к этому часу немало. В Уфе состоялось торжественное закрытие заключительного этапа окружного полуфинала конкурса «Это у нас семейное». Навигаторы детства Республики Башкортостан в лице более 200 советников, директоров по воспитанию и муниципальных координаторов работали экспертами на полуфинале. Они были обучены по единой методике, разработанной совместно с психологами и другими профильными специалистами. Навигаторы детства в роли экспертов были закреплены за семьями и контролировали процесс их участия, помогая на площадке и организовывая конкурсные этапы. А прямо сейчас переместимся на другие соревнования уже творческие. Сколько талантливых людей живет у нас в Башкортостане, а детей их просто не счесть. Или же попытаемся? Созвездие талантов – это конкурс для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, которые хотят проявить себя. Конкурс проводится уже 13-й раз. Он охватывает около 300 ребят из городов и районов республики. Его участниками стали ребята с 5 лет до 21 года. Дети приняли участие в таких направлениях, как вокальное исполнение, музыкально-исполнительское искусство, танцевальное искусство, жестовое пение, оригинальный жанр, художественное чтение, взрослый плюс ребенок, дизайн и изготовление одежды для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в конкурсе, помимо детей с ОВЗ, принимают участие дети из многодетных семей, дети-сироты и дети погибших участников СВО. Также была введена новая номинация «Образование и наука». Сегодня праздник 1 июня, День защиты детей. А от чего нужно защищать детей? Здравствуйте. Во-первых, поздравляю вас с этим праздником. Защищать детей, наверное, хотелось бы, чтобы их ничего не нужно было защищать, а нужно защищать их эмоции, их настроение, их счастливое детство. Какие пожелания вы бы сказали нам, детям? Вы знаете, я хотела бы пожелать вам, чтобы вы жили смело, мечтали смело и жили с любовью в сердце. Организаторами конкурса являются Совет матерей «Материнское сердце», Государственная филармония имени Хусейна Ахметова, Реабилитационный центр для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Уфимский городской дворец детского творчества имени Комарова. Почему ты решил поучаствовать в этом конкурсе? Потому что у меня получается хорошо петь эту песню. Ну, я вообще хорошо пою, и я думал, что я достигну высот, и я и достиг. Какую песню ты исполнил? Я исполнил песню «Крылатые качели». Ну, эта песня, она... Почему я исполнил именно ее? Потому что она старинная, она появилась, когда все были детьми, и она для всех, так сказать, близка к сердцу, и поэтому я решил спеть именно эту песню. Я выделяю благодарность педагогу Мохову Лидии Владимировне за то, что она подобрала для меня эту песню, ведь я с ней достиг высот. Спасибо родителям, что они меня отдали в эту школу, где был такой замечательный преподаватель. И спасибо организаторам конкурса за то, что они создали такой прекрасный конкурс. Конкурс проводится в 4 этапа. С начала января до июня 2024 года.
Первое – прием заявок, второе – отборочный тур, третье – основной конкурс и четвертое – гала-концерт, в котором награждают победителей. Дети, которые выиграли гран-при, и дети, занявшие первые и вторые места в творческих номинациях, получают сертификаты на сумму от 20 до 70 тысяч рублей. Обладателем гран-при конкурса стала 8-летняя Милана Рыбалкин, выступающая в жанре жестового пения. Поздравляем победителей! А полную версию гала-концерта мы совсем скоро увидим на телеканалах БСТ и Тамыр. Валерия Давлятова-Григорова, Эдуард Гайнадов. Специально для Горы новостей. Лера, спасибо большое. Этот день настал. День подорожания проезда в общественном транспорте. Ну я просто в шоке. Стоимость проезда теперь составляет 41 рубль за наличный и банковский расчет. И 34 рубля по карте Алга. Вы планируете повысить стоимость проезда в трамваях и троллейбусах? При оплате наличными или банковской картой стоимость проезда предлагают увеличить до 35 рублей. Сейчас 30. А с Алгой до 31, сейчас 25. Так что учтите этот нюанс, когда куда-нибудь поедете. Например, в театр кукол на новый спектакль. В театре «Кукол» премьера. Спектакль по мотивам башкирского эпоса «Акбузат». Теперь эпос будет интересен и понятен абсолютно всем. Творческая группа театра подготовила современное почтение всеми известного народного эпоса. Владыка подводного мира и Масимхан, главный злодей постановки «Озеро заколдованного коня», не могут поделить власть. Тот самый скакун Акбузат – это крылатый конь, который несет людям счастье. По сюжету он оказывается в руках у злых сил в подводном царстве. И чтобы вернуть его на землю, главному герою спектакля, Батыру Хаумбану, предстоит пройти нелегкий путь. Мы видим, как главный герой из любопытного мальчика превращается в храброго Батыра. На его пути будет много приключений. Эпос Акбузат является логическим продолжением Урал-Батыра. В основе сюжета – борьба главного героя Хаубана за счастье людей и стремление к тому, чтобы восторжествовала справедливость. На сватов шлю уже который год. Ответа нет, как, впрочем, нет и сватов. Руки ты просишь дочери моей, или выгоды иной за этим ищешь? Впервые на сцене Башкирского театра кукол спектакль «Озеро заколдованного коня» был поставлен в 1986 году. В новой постановке произведение переработано на современный лад. Зритель переносится в 2025 год. Авторы постановки постарались максимально емко изложить историю, которая из поколения в поколение передавалась по башкирской земле. Алина Кудаярова, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей. Ирина, спасибо. И на этом все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Оскар Николаев и Ульяна Листанова. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока.